Прежде чем начать обзор событий минувшей тревожной недели, хотелось бы обсудить один момент. Меня очень даже позабавила реакция некоторых наших анонимных подписчиков и зрителей, которые обрушились на меня с негодованием по поводу моей первой реакции на то, что случилось между Россией и Украиной. Я говорю о том коротком выпуске, который мы записали буквально через несколько часов после того, как Владимир Путин напал на Украину. А именно так я характеризую сейчас ситуацию, которая сложилась. Многие горячие головы, скрывающиеся за смешными анонимными аккаунтами, почему-то ждали от меня призывов к штурму Кремля, к обезглавливанию Путина и прочим-прочим. Безобразием я к этому не призываю, хотя бы потому, что считаю, что одиночное бадание с качественной итальянской кладкой авторства Антонио Салари – это безумие, но все желающие могут попробовать. Теперь, по прошествии двух суток, которые мы наблюдаем в прямом эфире, в телевизорах, в интернете, по радио, я имею в виду, наблюдаем события, происходящие на территории соседнего государства. Теперь мы действительно понимаем, что произошло в эти дни. И можем об этом говорить, можем это обсудить. Я предлагаю это сделать завтра вечером на 53-м стриме. Безусловно, большая часть этого стрима будет посвящена войне на Украине. И повторюсь, я лично для себя сделал вывод, что же произошло 24 февраля рано утром, а именно произошло то, что Владимир Путин объявил войну Украине. Это не Россия объявила войну Украине, это Владимир Путин объявил войну Украине. Потому что Россия — это все мы, вопреки высказываниям господина Володина, который считает, что Россия — это только Путин. Нет, Россия — это все мы, и я не объявлял войну Украине. И вы, наверное, надеюсь, тоже не объявляли войну Украине. Так что вот это примерно так. А вот в деталях подробно и с обстоятельствами, и самое главное, с обсуждением перспектив, которые ждут нас, страну, каждого в отдельности и всех вместе, мы, наверное, вот этим вот займемся завтра в 21:00. Всех приглашаю на стрим номер 53 «Открытой политики». Если вы не можете присутствовать лично, присылайте вопросы в комментариях вот к этому сегодняшнему видео. Обязательно все это обсудим. Отрадно, что огромное количество жителей нашей страны не остались безучастны к тому, что происходит. Я говорю о том, что уже 24 февраля вечером во всех крупных городах России прошли антивоенные мероприятия, несмотря на то, что у нас двойным слоем запрещены какие-то публичные мероприятия, помимо того, что законодательство наше очень ограничивает эти явления, да еще и вот эти ковидные ограничения в данном случае никто не отменял. Но тем не менее во всех крупных городах прошли антивоенные митинги. В том числе и в Уфе. В Уфе около Гостиного двора, у той самой пресловутой стеллы о правах человека с ошибками, состоялось антивоенное мероприятие. Вообще ошибки на стелле, посвященной правам человека, это, конечно, очень символично. Это вот на самом деле символизирует то, как это устроено в нашей стране. Но вернемся к самому мероприятию. Примечательно, что правоохранители прибыли на мероприятие раньше, чем участники самого мероприятия, заняли позиции, включили видеокамеры. В общем, все это было, естественно, заранее им известно. В итоге одиночного пикета задержано 12 человек в Уфе. Всего по Российской Федерации задержано свыше 1800 человек, которые активно выступили против развязывания войны на Украине. В числе задержанных в Уфе протестантов были очень разные люди. Это были и журналисты, и активисты различных направлений, различных общественных движений. Судя по всему, ситуация и проблема на Украине касается очень многих. Вообще правильнее, конечно, называть это войной. И, наверное, нужно перестать бояться произносить это слово. Если уж там идет война, то будем называть вещи своими именами. Впрочем, уфимская полиция не ко всем протестующим отнеслась с равной
принципиальностью, я говорю о том, что в тот же день, 24 февраля, прошла серия пикетов, которые не вызвали у полиции такой синкразии, как антивоенные пикеты. Я говорю о том, что движение НОТ осуществило серию пикетов в городе Уфе, около телецентра и около офиса радио «Эхо Москвы» в Уфе. Нодовцы протестовали против эфирной политики «Эхо Москвы», считая, что эта радиостанция выдает вредное для населения вредную информацию, и, собственно, полиция очень благосклонно отнеслась к нодовцам, разрешила им эти пикеты, никто не был задержан, никто не был отправлен в отдел полиции, никому не предъявили дадинскую статью о нарушении правил проведения массовых мероприятий, как это было с людьми, которые протестовали против развязывания войны. Многие граждане протестовали против действий Владимира Путина через интернет, в социальных сетях. Таких, конечно, было значительно больше, это миллионы человек. Среди них многие известные люди. Для меня было абсолютным, не то что с сюрпризом, а каким-то громом с ясного неба, позиция супруги главы Республики Башкортостан Карины Хабировой, которая на своей странице в социальной сети выложила баннер «Нет войне», такой черный, с белыми буквами, хэштег. Провисел он там недолго, судя по всему, кто-то потребовал, попросил или заставил ее убрать этот баннер, но тем не менее мы с удивлением обнаруживаем, что даже внутри семей высокопоставленных чиновников России и Башкирии существует различные мнения, и кое-кто из них мыслит абсолютно разумно. Так что я вынужден признать и должен это сделать, что Карине Хабирова – это очень достойный член нашего общества, человек, на которого, наверное, можно надеяться, в том плане, что хоть какая-то часть разума осталась и в элитах России и Башкирии. Среди известных людей, которые протестуют против развязывания Путиным войны в Украине, и Иван Ургант, и Юрий Дудь. Но что примечательно, среди них, например, есть еще и дочь Ельцина Татьяна Юмашева, которая также разместила картинку о том, что она протестует против действий властей. На что Татьяне Борисовне там же в комментариях начали писать и упрекать ее в том, что она не придушила Путина в колыбели его политической жизни. Ну, понятное дело, выражались люди фигурально. Но, однако, это очень примечательно, то, что люди, которые действительно близки, были близки или сейчас близки к власти и к ее высшим эшелонам, все-таки трезво оценивают ситуацию и понимают, что Владимир Путин ведет Россию в бездну. Однако нашлись и те, кто на этой ситуации решил просто хайпануть и подзаработать себе политических очков, по крайней мере, попросить поклянчить этих очков у начальства. Я говорю о члене первого созыва, или как правильно говорить, члены они там или кто, в общем, Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Азамате Галине. Азамат Галин выложил у себя в соцсети рассуждение о том, что будь он на месте Владимира Путина, он бы, цитирую, «уничтожил Украину и все соседние государства, применил бы ядерное оружие». Конец цитаты. Ну, хотелось бы, конечно, уточнить у члена Совета по правам человека, какие конкретно из 14 сопредельных государств, которые граничат с Российской Федерацией, намеревался бы уничтожить господин Галин, будь он президентом Российской Федерации. Возможно, это Китай, может быть, Монголия, КНДР, а может быть, это все-таки Норвегия, потому что и с этими, с еще 10 государствами граничит Российская Федерация. Ну, а к Радию Фаритовичу у меня есть несколько вопросов вот в связи с этим заявлением Азамата Галина, который себя позиционирует как личный друг Хабирова. У меня вот 4 вопроса. Ради Фаридович, Азамат Галин точно ваш друг? Второй вопрос. Нам вообще нужен такой СПЧ, который состоит вот из примерно таких людей, из таких вот друзей ваших, Ради Фаридович, как Азамат Галин?
Ну, технический вопрос тоже к Хабирову. Радий Фаридович, уточните, у вас там существует какой-то регламент психиатрического контроля перед тем, как вы людей принимаете в эту организацию? Ну и еще у меня такой вопрос-совет. Радий Фаридович, употребляете ли вы медовуху, которую варит Азамат Галин? И совет, ну, все-таки попробуйте воздержаться от этого напитка. Очень трудно было на этой неделе найти локальные башкирские события, которые хоть сколько-нибудь соответствовали масштабам происходящего. Но попробуем. Я говорю о том, что ишимбайцы продолжают активно противостоять инициативам своего земляка, волею судеб, ставшего главой Республики Башкортостан. В прошедшее воскресенье, вот минувшее воскресенье, более 2000 человек вышли на так называемый флешмоб, протестуя против планов правительства Республики Башкортостан и лично Хабирова организовать в Ишимбайском районе какое-то мега-пчелиное медовое производство французских производителей меда. Жители долго общались с администрацией Ишимбайского района, с приехавшим вице-премьером Бардановым и прочими чиновниками. Их не смогли убедить в том, что там все хорошо, прекрасная маркиза. Люди вышли на протест. Они не поверили Барданову, но там, конечно, полемика была очень интересная. Им предлагали, например, понабрать кредитов под, сами понимаете, какие проценты, и заниматься бизнесом, и не мешать французам. Очень большие вопросы у ишимбайцев вызывает вообще целесообразность организации вот этого французского бизнеса. Стало известно, что, несмотря на то, что французы обещают инвестировать в экономику района 3 миллиарда рублей, однако льготы и какие-то там, значит, особые условия позволяют им вернуть обратно 2 миллиарда в качестве невыплаты налогов. То есть вот выгода республики и района тут совершенно непонятна. Ишимбайские пчеловоды это понимают, но самым главным вопросом является то, что ишимбайские пчеловоды полагают, что разведение европейских пород пчел в их районе окончательно убьет традиционный башкирский промысел, медовый промысел, и вот породы пчел между собой не договорятся. Я не пчеловод, не могу сказать, возможно ли вообще вот это событие, действительно ли это угроза, но я точно вижу, что башкирские власти не справляются с общением с населением, они не могут поговорить. Барданов закончил тем, что опять какие-то темные силы, видимо, наверное, со злобного Запада подговорили ишимбайцев бунтовать против французских инвестиций. Ну, Барданов уже окончательно запутался, этот беспомощный как бы чиновник и как бы политик, уже который раз являет Хабирову подтверждение того, что он не в состоянии решать даже несложные задачи. Ну, в общем, вот так. Ситуация вокруг вот этого конфликта в Ишимбайском районе уже была замечена на Первом канале на НТВ. Вышли такие разнонаправленные репортажи, но уже это о многом говорит. Чтобы хоть как-то оттенить мрачные мысли минувшей недели, расскажу вам смешную историю. Ну, по крайней мере, мне было очень смешно. Я говорю о помощнице Хабирова по расстановке скамеечек в садах и огородах, об Ольге Сараполовой, которая на прошедшей неделе столкнулась с башкирской медициной. Это мадам. По какой-то непонятной для меня причине отправила со своими детьми в обычную поликлинику и воочию, лицом к лицу, столкнулась с башкирской медициной. Врача нет, ждать неведомо сколько, в общем, ужас-ужас, толпы народу и так далее. Госпожа Сарапова возопила, причем публично возопила о том, что ей стыдно жить в такой стране. Потом она рассказала, как много ей пришлось заплатить, аж 8 тысяч рублей за анализы в платной клинике, куда она неизбежно отправилась, получая медицинскую помощь для своих детей. В общем, это комическая история, не в том смысле, что вот смешно было слушать про нашу медицину, про это слушать, конечно, страшно.
Смешно то, что чиновница сталкивается с реальной жизнью. Ну, уже, в общем-то, сама женщина, она не молодая, могла бы и раньше с этим столкнуться, но тем не менее. И ее реакция такая, что смотрите, какой ужас, смотрите, какой кошмар, здесь оказывается очереди, смотрите, здесь оказывается нет вот такого-то медицинского специалиста и так далее, и так далее. Это вот очень смешно, потому что действительно многие чиновники в Башкирии и федерального уровня, они в принципе не понимают, как живут простые люди, на что они живут, в каких условиях они живут, как питаются, какую медицинскую помощь пытаются получить и так далее. И когда они с этим сталкиваются, то у них вот такая реакция. Я понимаю, что Сарапулова сейчас, наверное, трижды уже пожалела о своих заявлениях, что ей уже настучали там по разным местам, куда дотянулись. И, наверное, она сейчас будет рассказывать, что вовсе не это имела в виду, или все это вырвано из контекста, но, тем не менее, факт остается фактом. Однако стоит отметить, что Ольга Сарапова в сложившейся ситуации, конечно, потеряла всякую альтернативу, в том смысле, если раньше она вздыхала и посматривала, как бы ей, значит, отъехать побыстрее в любимую Германию, то сейчас, видимо, шансы на это остались минимальные, так что придется Ольге Сараповой жить и лечиться в той стране, которую она во многом и сформировала как чиновник и как руководитель. Так что, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Под конец недели стало известно о том, что российские власти начинают потихонечку сворачивать социальные сети в Российской Федерации. Я говорю о том, что начали тормозить Facebook, видимо, на очереди YouTube, Instagram и прочее. Это, конечно, неизбежно абсолютно, как бы это ни было ужасно и печально, потому что внутри социальных сетей власть Владимира Путина не распространяется. Он никак не может влиять на то, о чем говорят люди о нем и его действиях в социальных сетях и в своих аккаунтах, и потому единственный выход для Путина – это блокировка социальных сетей. Повод будет найден, да и вообще нужен ли он нынешним российским властям, я не знаю, скорее всего, совершенно не нужен. Как бы там ни было, сколько бы ни просуществовали еще и социальные сети, хотелось бы похвастаться на самом деле своими достижениями. И я говорю о том, что «Открытая политика», канал на YouTube – на прошедшей неделе разменял 32 тысячу подписчиков и 10 миллион просмотров. Как бы там ни было, для нас, для политического канала, регионального, республиканского, это очень неплохие показатели. Так что мы принимаем лайки, поздравительную спонсорскую помощь. Просто поздравления. Пока мы живем, пока мы не закрыты, мы будем информировать вас максимально открыто, максимально честно и объективно.